Летучий Саутра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами, интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Мою родину топчет враг. Я такой же, как вы. Да на убой. Да погибли. Да, как баранов. Но если хоть сколько-то из нас прорвется и займет немецкие позиции, мы обеспечим соседям наступление. А потом в прорыв пойдут танки. Пусть мы ляжем там. Но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем! И власть здесь ни при чем, какая бы она ни была, есть или будет. Земля наша должна быть нашей. Чтобы внуки ходили по нашей земле. И пусть мои кости сгниют к тому времени. Я на это согласен. Thank you.
We'll be right back.
Sie sinken.